Любопытных, ждущих открытия торгово-развлекательного центра «Лимон Молл» в Лысьве оказалось достаточно. Самые нетерпеливые пришли с запасом времени и успели сделать фото с забавными персонажами. А в полдень стали свидетелями официального открытия. Изюминкой, и с этим никто не поспорит, нового центра стал всесезонный каток. Синтетическое покрытие по технологии Super Glide сверхскольжения позволяет не отказывать себе в любимом хобби ни зимой, ни летом. В том, что покрытие подходит для фигурного катания, продемонстрировали ребята из Центра спортивной подготовки Пермского края. Каток находится на первом этаже центра, зрители могут расположиться буквально по всему периметру. Есть трибуны с местами, шикарный балконный вид на каток открывается с зоны фудкорта, где к радости молодого поколения можно отлично провести время с друзьями за порцией мороженого или картошки. Да. Охота, конечно, попробовать его, покататься, все дела. Каток открыт для всех желающих с 10 до 21 часа. В прокате 100 пар коньков на любой размер и возраст. В планах открытие секций фигурного катания и хоккея. Помимо спортивной зоны, «Лимон Молл» – это гигантское торговое пространство. Торговые галереи расположены на всех этажах и в переходе из одного крыла в другое. Очень все здорово, очень весело, интересно. Здоровый образ жизни – это времяпровождение для нашей молодежи. Да и для старшего поколения. Поздравляем всех лысинцев с открытием семейного торгово-развлекательного центра. Приходите, чтобы все увидеть собственными глазами.